Здравствуйте, дорогие мои! С вами Лохматая Душа. Друзья, это ролик о наших буднях, о том, что происходит в данный момент в приюте и как мы выживаем в это самое страшное, тяжелое и такое пасмурное, страшное время. Ролик серый, и тем не менее, главное в этом ролике, я считаю, самое главное, это не сдаваться. Мы переживали с вами и не такой ад, и не такое тяжелое время. Перед вами, малыши, сейчас просто волна, коробки больных, истощенных, зараженных, искусанных клещами. Почти все пометы, ребята, заглистованы так, что даже даешь, когда самую минимальную дозу глистогонки, глисты лезут как стержни. Это из коробки, которых подбросили в коробке без мамы. Тоже дали глистогонку и тоже деткам плохо. Ну ничего. Да, малыши? Дети очень тяжелые. Вот это первый признак тому, что ребенок на грани. Когда он морду пытается положить в воду. Тут опять забежать в аптеку, да, купить метрогил и вот это вот наш чек, такой большой. О, господи. Задачи, которые мы смогли выполнить, это отсыпка вольеров. Нам удалось купить несколько машин мелкого гравия и засыпать те ямы и грязь, что утопталось под мокрым снегом. Там ремонтируют крышу. Эту будем смотреть завтра. Мне не нравится крыша. Мухаммед! Вот эту тоже завтра посмотри! Завтра утром! Под ногами бог знает что. Да, мои хорошие. Ничего, ребята, все у нас будет хорошо. Так, вот черт. Да, мои маленькие. А здесь еще нет, ребята. Самую большую лужу засыпали, а остальные ждем гравий. Нам привезли, ребята, гравий. Но очень крупный, он подойдет только на проходы. Тише, ребята. Вот это крупный. Нам нужна двадцатка, а нам привезли сороковой. Он не подходит. Он будет ранить лапы собакам. Поэтому этот гравий пойдет на проходы, чтобы здесь немножко выровнять. Тоже пригодится. Я считаю, что в нашем положении этот гравий роскошь. Нам нужен мелкий для вольеров. А этот, к сожалению, крупный. Тише, мои хорошие. Ребят, показываю разницу. Сами видите. Или вот такое болото от дождя, от снега. Тихо, солнышко. Или вот так чисто. Ну вот. Так. Сейчас. Мы не можем сено разнести.
пока вот такая грязь. Как только отсыпемся, чтобы болота не было, чтобы собаки ходили по гравию, и, по крайней мере, будет сухо. И все здесь потихонечку приводить в порядок. Ребята, у нас просто не хватает рук. Сейчас, ребята, когда вольеры за счет гравия подсыхают, мы меняем в будках сено. И животным будет тепло и хорошо всему. Но пока мы смогли сделать меньше, чем половину. Нам не хватает гравия. Не хватает, ребята. И вообще я не представляю, как приют выживет. Мы покупаем корм, но его хватает дней на 10. Не потому, что он стал дороже, даже не поэтому. А потому, что малышня подрастает. Весенняя и летняя малышня подросла. Мы рассаживаем сейчас их в вольеры, и корм требуется уже не маленькому щеночку, а подросшим крупным малышам, почти взрослым собакам. Я не могу сказать, нет, не возьмем. Я не могу отвернуться от коробки, которая стоит у меня под забором. Я не вижу выхода, ребята. Поэтому обращаюсь к вам вновь и вновь. Ребята, пока не умру, пока сердце выдержит, буду просить. Потому что сами они попросить не могут. Ну что, ребята, наши отравленные ребята выздоравливают потихоньку. Здесь те, кому стало совсем уже, можно отсаживать их в вольеры. Кто поправился? Все. Красивые, чистенькие. Это тех, кого мы большинство отпаивали обратом, молоком. Им стало полегче, они поправляются. Ребята, у нас проблема. Когда собаки заболели, отравились, мы их всех посадили в одно место. А на их места мы рассадили подросший молодняк. Кто у нас сидел по 8. И вот теперь пришло время рассаживать этих. А у нас нет места. У нас нет места. Нам необходимо срочно строить вольеры. Нервы на грани. Вот эта безысходность, ребята, она так сильно бьет, что просто невозможно. Помощь упала даже не наполовину, она упала больше. Остались самые стойкие, кто переводит по капле, кто делится последним. Ребята, столько просмотров роликов. Я не знаю, как сказать. И я не знаю, какие слова произнести, чтобы зацепить. Чтобы, вернее, нет, не так. Чтобы именно вы поняли, насколько страшно. Каждый день, ребята, страшно. Нечем кормить. Нечем засыпать вот это болото. Добра вам, люди. Человечности и добра. Храни Бог ваши души.